Семья Казаковых с дачи ДорфГТО пришла подготовленная. Сын занимается дзюдо, дочка художественной гимнастикой. Мама Мария на площадке болельщик. Для нас это очень почетно и приятно принять участие в этом. Весело и интересно сдавать нормативы с другими детьми. Показать свои навыки в нормативах ГТО собрались дети участников специальной военной операции. Для полусотни ребят подготовили 5 упражнений из легкой и тяжелой атлетики. Нужно было прыгнуть в длину, показать гибкость в наклоне, пробежать на время 10 метров, отжаться от пола и подтянуться на перекладине. И это все делается не в формате именно спортивного такого соревнования, а именно праздника, потому что дети – это всегда праздник. Хотелось бы выразить большую благодарность воинской части, которая нас приняла сегодня и которая поддержала нашу инициативу. Бегали и прыгали сегодня дети самого разного возраста. Малыши, что называется, из спортивного интереса, те, кому уже исполнилось 6 лет, претендовали на знак ГТО. Вообще все здорово, и считаю, что для детей, для нынешней как бы молодежи, это очень даже полезно. Очень рада мероприятию, потому что в такую погоду нас сегодня позадорили, побегали, получили очень красивые подарочки, да? Всем участникам спортивного праздника подарили сувениры с символикой ГТО. Тем же, кто уложился в нормативы, вручат и соответствующие знаки. Такую акцию собираются продолжить, задействовав и другие спортивные дисциплины. Дмитрий Аринвин, Архузяхметов, ТНВ, Казань.